утренний осмотр школьников введенный, будет проводиться постоянно, масочная, так сказать, практика, она введена и тоже. Я, кстати, имел возможность в этом убедиться, потому что заезжал в образовательное учреждение не только по графику посещений, но и мне графика, то есть внезапно. Но масочная система действовала. Причем мне так показалось, приучили к этому не только школьников, но и учителей.